Сьогодні у рубриці «Спорт у місті Н» вже знайомі вам тренери. Віталій Гуменний, лідер миколаївського «Воркаут Стайл», та Сергій Голівець, учасник миколаївської команди «Воркаут Стайл». Ми приветствуем вас. Меня зовут Виталий Гуменный. Меня зовут Голевец Сергей. Мы представители Street Workout в городе Николаеве. И сегодняшний выпуск будет о питании. О том, как в Street Workout ребята питаются. Как быть красивым, как быть при этом здоровым. Можно быть сухим, можно быть большим и красивым. Что это такое? И все эти нюансы мы сегодня вам расскажем. Разберем полностью питание, разберем полностью те продукты, которые мы кушаем, употребляем каждый день, и которым мы придаем приоритет в нашем рационе. Мы советуем при занятиях стрит-воркаутом питаться более легкой пищей, потому как когда вы приходите на тренировку, вам нужно реально вваливать жестко и при этом выполнять все чисто, красиво, динамично, гармонично и не так сильно уставать. Чтобы не было тяжести в животе, чтобы вы могли прийти заниматься, а не чувствовать себя плохо. Опять же, перед тренировкой совет такой, что кушать нужно за час, за полтора, чтобы все сделать качественно на тренировке. Чтобы все усвоилось, и вы уже на более пустой желудок тренировались. До обеда мы советуем кушать углеводы, легкие углеводы, это фрукты, овсянка. И там изюм, финики, бананы. Можно овсянку рисом заменить или гречку. Да, кому как угодно, любые легкие углеводы употребляем до обеда, после обеда уже молочными продуктами, то есть белок и тому подобное. Яйца, да. Бобовые можно тоже включать в этот рацион. Тренировки на турниках на брусьях, они, во-первых, интенсивные, во-вторых, они идут на силу. В-третьих, вы работаете не мышцой, а именно сухожилиями, суставами и связками. Вообще питание также мы рекомендуем подбирать в зависимости от ваших целей. Если у вас цель набрать большую массу, иметь там фигуру с большими мышцами, соответственно, нужно менять питание, кардинально причем менять. Но при такой цели вы не сможете выполнять легко и просто те упражнения, которые, допустим, мы выполняем. Если у вас цель быть красивым, здоровым и при этом выполнять все легко и просто, то, соответственно, нужно питание, которое не будет отягощать вас. Вы будете делать с легкостью на турниках на брусьях. Пример моего питания состоит в следующем. День, который я питаюсь, утро, подъем, я выпиваю стакан воды или два стакана воды для того, чтобы включить организм, потому что мы всю ночь спали, у нас организм требует воды. После этого, через 20 минут, я кушаю овсянку, добавляю туда проростки, я проращиваю гречку, зерно и чечевицу, добавляю проростки. После 2 часов я могу съесть рис с рыбой или рис с фасолью. Фасоль также это растительный белок, заменяет абсолютно хорошо рыбу. После 2-3 часов я могу или съесть опять углеводный, или уже начать до конца дня питаться одними белками. Ну, я яичница с зеленью. Чем больше зелени, тем лучше, потому что в зелени также содержится белок. После этого я могу съесть творог, но после этого у меня идет тренировка, потому как я съел яичницу, потом я час жду перед тренировкой, я потренировался. После тренировки я могу съесть что-то сладкое, потому что после тренировки это будет очень важно для вашего организма. После сладкого минут 20-30 я могу полноценно покушать. Это творог с изюмом или творог с медом, льняное масло. Вот такой вот рацион. Примерно такой же день, то есть я примерно так же питаюсь. Возможно, где-то что-то я заменяю, там, на чечевичную кашу, я люблю сыры кушать, зеленую гречку, бобовые, я люблю суп грибной. То есть, ну, примерно так же, только заменяю некоторые элементы. Соответственно, в соответствии с целью мы или учащаем прием пищи, или растягиваем. Если у нас идут репетиции, тренировки, если нам нужно поехать где-то выступить красиво, то, соответственно, питание должно быть более меньше, чтобы не нагружать организм. И напоследок я бы хотел пожелать всем привести пример и пожелать всем быть сильными. Не просто быть сильными, а развиваться. Всегда, когда вы
всегда, когда вы идете на работу или идете на тренировку, или где вы бы ни были, быть всегда, оставаться при своем мнении, быть всегда в своем образе и не зависеть от мнения других людей. Если вы хотите покушать, вы просто берете с собой дома лоток, набираете туда кашу, не ленитесь, приходите, и если пришло время кушать, вы садитесь, пусть это будет на лавочке во дворе или пусть это будет в офисе, вы садитесь и кушаете. Потому что именно это покажет, что вы не слабый, или кто-то с вас будет смеяться, именно это покажет, что вы сильный, и что вы не зависите от мнения посторонних людей, а вы живете своей жизнью и доказываете самим себе, какие вы сильные, какие вы здоровые. От меня могу пожелать вам, дорогие зрители, силы, мощи и стремление к вершинам, потому что тот человек, который не стремится, он ничего не добьется, а вы все молодцы, вы все добьетесь всего, что вы хотите. А мы будем оставаться с вами и продолжать вас радовать хорошими, правильными выпусками, которые помогут вам улучшить вашу жизнь. Желаем вам великих вершин, достигать их и наслаждаться процессом. До встречи, друзья. До встречи.